Доброе утро, друзья! Меня зовут Ира. Добро пожаловать на мой канал. И это 20-й день нашей утренней растяжки. Кто-то у меня спросил, можно зарядку, растяжку без кроссовок. Там, где написано «растяжка» на обложке видео, вы в априори можете делать ее без обуви. Если ты только что к нам присоединился, находи предыдущие 19 выпусков и начинай свое утро правильно. Ну а мы начинаем сегодняшнюю растяжку. У нас поза ребенка. Колени в стороны, носочки вместе. Руки вытягиваются вперед. Голова вниз. Глаза закрыты. Мы расслабляемся. Чувствуем растяжение в ногах, дышим, настраиваемся на хороший день, говорим себе: у меня все получится. Идем отсюда влево, натягивается вся боковая сторона. И вправо. Хорошо, возвращаемся в центр. Становимся в позу стола. У нас колени под тазобедренным суставом. Кисти рук под плечами, и мы правую руку и левую ногу поднимаем наверх. Один, два. Старайтесь избегать прогибов поясницы, напрягайте пресс. Три. Прогиб в пояснице должен быть естественным. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять. Меняем сторону. Теперь правая рука, левая нога. Один, два. Голова смотрит вниз. И как только мы вытащили конечности, делаем выдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Из позы стола делаем круговые движения в животе. Проваливаемся. Вот так. Когда мы поднимаемся наверх, подтягиваете живот, происходит такой легкий вакуум. И в обратную сторону. Провалились в поясничном отделе, натянули животик. Вот так. И последние два раза. Отсюда правая нога толкает, как будто стакан с водой, наверх. Два. Три. Смотрите, чтобы у вас стакан не разлился. Четыре. Пять. Есть. Дальше мы выполним вращение ноги. Правая нога по кругу. Десять круговых вращений нам нужно сделать. Два. Три. Четыре.
5 и в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Отсюда мы уходим в позу собаки мордой вниз. Давим, натягиваем спинку, заднюю поверхность бедра. Нога шагает вперед. Таз у нас давит вперед и вниз. Растягиваем ноги. Хорошо. Теперь мы поднимаемся в позу воина. Хорошо, стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Выпрямляемся. Сзади стоящая нога прямая. Правая рука уходит назад. И стоим в этом положении. Тянемся. Наслаждаемся. Хорошо. 3, 2, 1. И теперь наоборот меняем руки. Правая рука давит на правую ногу, и левая рука через сторону спускается вниз как можно ниже. Ловим устойчивость при этом. Стоим. Хорошо. Спускаемся на коврик в позу стола. Левая нога идет наверх. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 5 раз нам нужно сделать. 6, 7, 8, 9. Заключительный. 10. Теперь 5 круговых движений ногой внутрь. Хорошая амплитуда. 3, 4, 5. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Отсюда мы идем в позу собаки мордой вниз. Стоим, не переминаемся. Ноги у нас прямые. Ягодицы, попочка у нас стремится вверх, в потолок. Вот так. Теперь левая нога делает выпад вперед. Давим тазом вперед и вниз. Отлично, вот так. Теперь приподнимаемся в позу воина. Стоим. Пять, четыре, три, два, один. Теперь левая рука поднимается и стоим в таком положении 10 секунд. Один и поменяли стороны. Восемь, девять. Отлично. Дальше мы садимся на ягодицы. Стопа к стопе. Поза бабочки. Немножко пошевелим крылышками вот так. Спинка у нас натянута, грудь стремится к носочкам. Хорошо. Теперь одну ногу вытягиваем. Берем за щиколотку. Нога у нас прямая. И работаем со стопой. Натягиваем ее к себе. От себя.
по диагонали в другую сторону, к себе. Натянется здесь икроножная у вас от себя. Вот таким образом. Хорошо, и поменяли ножку. На мне жук сидел. В другую сторону. Хорошо. Ай, как все тянется круто. Отлично. Дальше мы идем в позу кобры. Заканчиваем нашу зарядочку. Подшагнули ближе к себе, чтобы хорошо натянулась прямая мышца живота. И стоим в таком положении. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Спасибо большое, что ты уже 20-е утро начинаешь вместе со мной. Синдерина 1. Пока.